Привет, тебе Игроковск! На сцене команда ГВН «Петровский бульвар» «Азов» от «Ида Виду». Ребят, ну после такого танца мы просто обязаны выиграть. Почему? Ну ладно, не обязаны. Почему? Слушай, тебе не угодишь. Да, как-то выход не задался. Почему? Вали отсюда, слушай, ты... Добрый вечер, друзья. Что ж, давайте начнем. Итак, представьте, два ВДВшника в день ВДВ. Есть парень, который боится ходить один. Ты интересный парень. Ты на Ленина идешь? Нет, на Атамана! А ты куда? Ленина. Фу, пойдем, пойдем. А мы с командой определили, почему дирижер всегда стоит спиной. Мы наконец-то узнали, почему объекты в Сочи так долго строят. Случай в семье. Где Артемка? Вот он, Артемка. Где же Артемка? Вот он, Артемка! Где же Артемка? Вот он! Мам, мне 20 лет. Так, дорогой, поговори с ним. Что это, Варя, не понял? Что, не слушает? Да. Кто кредитов набрал? Артемка! Кто тачку разбил? Артемка! Артемка кто? Придурок Артемка! Ах так, мам? Да, дорогой. А кто вчера в тете Любе ходил? Папа! А кому я расскажу? Мам, это все твое воспитание. Твое. Друзья, а супергерои существуют и в наше время. Как же болит моя нога! И кто же мне поможет? Тебе помогу я, человек-подорожник. Это же человек-подорожник! Спасибо тебе, человек-подорожник! У меня болела нога. Продолжаем раскрывать секреты. Мы с ребятами уверены, что заправки грабят именно так. Все, стой! Это ограбление, быстро деньги на стол, быстро, а то я сейчас закурю. Закурю я сейчас. Вы что? Зарветесь. Это что, ментоловая, что ли? Что? Ты что, гонишь, что ли? Иди отсюда, пошли, бежал, идите ты. Поздним вечером возле клуба. Слышишь, ты, щекастый! Да ты хоть понимаешь, с кем ты разговариваешь? Да я тут сейчас умотаю, ты, титьковец! Дорогие друзья, коньяк прибавляет 40% смелости. Одумайтесь, это всего лишь на час. Друзья, наверняка все смотрели телепередачу «Давай поженимся» по Первому каналу, верно? А у нас своя районная версия этой передачи для тех типочков, которые прохавали жизнь с самых низов. В эфире передача «Давай мутить». Я ее ведущая Лариса Разводящая. Замечательно. И моя подруга, астролог, астрохимик, астрофизик, опень астро, Евгения Медведица. Мама Медведица, здравствуйте. Замечательно. А сегодня у нас в программе прекрасная, я даже не побоюсь этого слова, девушка. Представьтесь, как вас зовут? Лань. Замечательно.
А Ланина — это имя или фамилия? Имя? Ланина. Ланина пугливая, полная. Замечательно. Лань, а чем вы предпочитаете заниматься в свободное время? Ну это, я люблю, короче, кофе, сиги и думать о нем. Замечательно. А с мужской стороны у нас сегодня... Кстати, а как вас зовут? Ну я там Димас, Камаз, как-никак, короче, да. Замечательно. А что вы приготовили для Лани? Ну, короче, пацаны сказали, что тёлки любят эту нежность, понял? Нежность. Ласку, да? Ласку. Я это, пару строк начеркал тут педалист, да? Вот, чё, Лань. Аня. Пусть сердце у меня стучит, как двигатель шестерки. И на районе, пацаны, пускай лошат меня. Не хватит даже 10 баток Балтики семерки, чтоб Лань сказать, как я люблю тебя. Слушай, на твои задыши взяла. Ты там давай мутить. Дорогие друзья, а Семикаракорске мы уже не первый раз. И точно можем сказать, город у вас, ну, не очень. Дороги плохие. Архитектура слабая, вообще нет ее никакой. Че, я кого-то, может, отметил? Ну, че ты не смотришь? Ты, иди сюда. Дорогие друзья, коньяк добавляет 40% смелости. Антон, у тебя 5 минут осталось. Беги за кулис, беги, говорю. Быстрее. А с вами была команда КВН «Петровский бульвар». Спасибо.